Тем временем ледовую переправу через Печору в районе села Усть-Уса в этом году открыли раньше срока, сообщает Усинская ДРСУ. Эта дорога открывает путь на Большую Землю жителям Ненецкого округа. Сейчас движение разрешено для автомобилей весом до 3 тонн, а максимальная грузоподъемность зимника планируется в районе 25 тонн. Напомним, в начале этого года именно переправа в районе Усть-Усы приковала к себе внимание двух наших регионов. Местные предприниматели в погоне за прибылью от перевозок автомобилей до последнего разбивали лед и зимник не мог установиться. Поэтому оборудовать переправу удалось только в середине января.